Демократический выбор Казахстана выступает за коренные преобразования в стране. Лидер движения Мухтар Аблязов продвигает основные политические реформы. Первое. Ликвидация должности президента. Второе. Установление парламентской республики со всеобщими прямыми выборами. Парламент будет назначать премьер-министра и правительство. Третье. Независимые суды. Реформа правоохранительных органов и прокуратуры. Четвертое. Защита прав человека и освобождение политических заключенных. Гуманизация Уголовного кодекса. Пятое. Свобода создания профсоюзов и партий. Шестая. Свобода мирных собраний, демонстраций, митингов и забастовок. Седьмая. Свобода слова. Демонополизация СМИ. Восьмая. Децентрализация власти. Развитие местного самоуправления и выборность акимов. И девятое. Независимая и прозрачная избирательная система. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.